Сколько нижнекамцев подцепили вирусную инфекцию и какие баталии произошли на этапе Кубки России по трековым гонкам? Об этом и не только прямо сейчас. Это новости на телеканале НТР. В студии Александр Комаров. Здравствуйте. За прошедшую неделю диагноз ОРВИ был поставлен более 2000 жителям города. Половина заболевших – дети. Но, как уверяют врачи, эпидпорог не превышен. Такая заболеваемость характерна для данного периода. Свиного гриппа в Нижнекамске на данный момент нет. В школах отсутствие детей по болезни не превышает 5-6%. Необходимости закрывать образовательные учреждения тоже пока нет. Но, по прогнозам специалистов, уровень заболеваемости будет только расти. Нижнекамец незаконно оборудовал в лесу прокат тюбингов. Бизнесмен соорудил горку и установил помещение для выдачи тюбингов. Также он организовал площадку для пикников. Как выяснилось, горка не соответствует ГОСТу. В отношении предпринимателя возбудили административное дело, обязав в кратчайшие сроки освободить занимаемый участок. Ранее в адрес индивидуального предпринимателя вносилось представление с требованием устранить данное нарушение в течение месяца. Однако установленный законом срок нарушения устранены не были. В связи с чем в отношении индивидуального предпринимателя было возбуждено дело об административном правонарушении за неисполнение законных требований прокурора, а также было направлено исковое заявление об обязании его освободить занятый земельный участок. Заболеваемость туберкулезом в Нижнекамске и районе на 20% ниже, чем в целом по Татарстану. Более того, в прошлом году на 100 тысяч человек у нас зафиксировано только 2 случая со смертельным исходом, тогда как в среднем по республике 5. Такие данные были озвучены на медицинском совете. Положительной динамики удалось достичь благодаря слаженной работе сразу нескольких служб. Пилот команды Viaty Racing Time успешно выступил на втором отборочном этапе Кубка России по зимним трековым гонкам, который прошел в Ижевске. Казанец Рафаэль Фатахов, представляющий нижнекамскую команду, соревновался со спортсменом из Тольятти, Бузулука, Челябинска, Пушкина и Ижевска. В итоге у Рафаэля Фатахова серебро. 18:30 в эфир выйдет итоговый выпуск новостей, и вот одна из его главных тем. Утро началось не с кофе. А вы что, кухонный работник в таком состоянии, да? Сотрудницу детского сада заметили под шофе. Он на самом деле пьяна. С кем устроила застолье женщина и чем все это закончилось? Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 077 или пишите нам на наш сайт, его адрес ntrtv.ru. До встречи.